Всем привет! Друзья, всем привет! Приветствуем вас на канале. Мы сегодня с моей внучкой Софией начинаем делать очередной обзор. Помашем ручками. Вы знаете, кстати, хотела сказать, кому-то наши обзоры очень нравятся по покупкам, наши похвастушки. Ну, потому что нам сами нравятся эти вещи, а кому-то какой-то мужик написал, зачем вы это показываете, кому это надо. Кому-то это надо, кому-то это и не надо. Лично я обожаю смотреть на такие видео, где распаковка. Я тоже. Распаковки я вообще люблю. Короче, ездили в магазин Рос и... Мама ездила, привезла две сумки. Мы сказали, подожди, мы все поперемерили, все попересмотрели. Ну, я ничего не мерила, если честно. Вот, я-то смотрела. Я тоже. И сейчас расскажем. Что продается, что почем. Магазин Рос это как типа TG Maxx. Там продаются со скидкой, да, товары? Да. Смотрите. Поки. Вот мы уже их просто открыли. Я хотела сказать, что давайте начнем с продуктов, чтобы их убрать в стороночку, чтобы они не мешались. Продуктов купили мало. Короче, это такая вкусняшка, морская корейка. Поки, есть много разных вкусов. Мы купили Орео. Эта пачка идет с вот такими мини-пачками внутри. Мы купили... Я говорила, что сори? Что? Короче, мы сори купили, я не помню, говорила уже, нет. Память не дрявая. Очень вкусный. Всем советую купить и попробовать. Угу. Это такие печенюшки, облитые шоколадом. Кто знает, прессилс такие, в палочках. Угу. И сверху белый шоколад, и там еще кусочки Орео. А сколько вот это стоит? Не знаю, написано. Мама нам что-то не дала, потому что она карточкой платила. Не знаю, что она брала или не брала. Ну, вот цену я, друзья, не знаю. Да. Не знаю. Но я знаю, есть клубничный, он довольно вкусный. Есть матча, мне он лично не очень нравится. Я просто не понимаю. Ну, вот такая вот штучка, типа, но вкусная. Вкусная, да. Софочке очень нравится. Она уже вчера не удержалась. Давай сюда в сторонку ко мне, давай, я буду сюда перекладывать. А это что? А это делать роллы. Это рисовые лепешки, такие плоские лепешки. В общем, готовить. Вот это вот одна штучка. Ой, ничего себе. 2,39. Почему 2,39? Да. Одна штучка стоит 2,39. Ну, тут пачка. Ну, пачка, но все равно дорого, почти 3 доллара, 100 грамм, 20 лепешечек. Я лично такие ем, я просто лучше. Да, набиваешь туда чем-нибудь там крабовыми палочками. Это чтобы для egg rolls типа делать. Ты говори по-русски. Он так называет egg rolls. А что такое egg rolls? Люди знают. Кто люди? Ну, вот я не знаю, объясни. Короче, egg rolls это... Когда яйца, там морепродукты внутри вот этой штучки. Вот это другое разговор. И тут это блюдо. Спринг-ролла, и в принципе то же самое, только, по-моему, без яиц. Угу. Ну, сделано в Таиланде, стоит 2,39. Вот она купила 4 штучки. По продуктикам все. Давай по вещам. Да, вот это? Нет, но это потом. Давай по вещам сначала. А, вот это? Давай. Вот такая... штука. Ее надо вывернуть, да. Сначала. На. Это короче, такой топ прозрачный. Сетка такая. Сверху одевается топом еще одного. Или какой-то майки. Можно бюстгальтер одеть какой-нибудь. Да. Типа можно топик. Да. Да. И у меня есть белый топик вообще будет. Знаете, материал такая, вот сетка. Как свитер был бы. Но как бы хлопочек такой тоненький, плетеный. Вот. Но стоит 13 долларов. Это Рада купила себе. Уже но буду носить я, наверное. Ну, ты тоже. Знаете, вот и... Вот, топ, мамин. Со штанишками, с длинным платьем. Вот она мерила, с юбкой какой-то. Смотрится хорошо. Вот такая штучка. Стоит 13 долларов. Или вот если у тебя открытое платье, то сверху одеваешь вот такую сетку, как бы. Да, и красиво. Красиво. Получается красиво. Так, давай по вещам дальше. Вот что это такое? Рубашка. Так, это рубашка. Изначально она стоила
в Россе же 23, ну, компании, а нет, в Россе она стоит 15, стоила 23. Вот такая хлопковая льняная рубашечка, стиль милитари, да? Ну, вот такая вот рубашечка, $15. Ну, хлопок не стричивый, не стричивый, не тянется, но... Это что, с рубашки упало? Цвет такой, знаете, приятненький, приятненький такой, летненький. Эмили Дэниелс, да? Угу. Кто такая Эмили Дэниелс? Первый раз слышу. Вы слышали? Я нет. Google слышал, наверное. Давай дальше, дочь. Так. Это у нас... Blue Blossom. Как перевести? Голубой? Blossom. Что такое Blossom? А, какой-то мужской цвет. Так, это еще одна рубашка. В таком же стиле, такой... немножко размер оверсайз, видите, вот эти вот. Сакура. А, блоссом. Цветущая, да? Блоссом, знаешь, что сакура, да? Угу. Называют чай блоссом еще. Голубая сакура тогда. Походу так. Или я просто... Путаю, да? Так, значит, смотрите, изначально цена была 18, сейчас 13. Ну, вот эта рубашка мне понравилась. Да, рубашка хорошая. Только она... цвет можно чуть потемнее сделать. Ну, цвет тоже приятно видеть, тоже в таком зеленоватом оттеночке. Самое главное, вот тут карманчики есть, а она более длинная, чем вот эта салатовая, да? И на выпуск ее можно, как бы, вот видите, тут по бокам вот такие разрезы. Но рубашечка, короче, понравилась. Вот эта рубашка мне понравилась. И Радке идет. Ей идет. Мне очень понравилась. Ты не мерила? Я вообще ничего не видела. Ну, померишь. Половину вообще не видела. Да, померишь. Давай дальше. Вот это мне тоже понравилось. Вот это, смотрите, вот это вот ленчик, да? А это немножко как бы синтетика. 50 ну, оттенков зеленого, короче. Ну, вот он, знаете, вот такой как бы, как это сказать, такой облегченный, более тонкий. Так, а вот это более плотный. Вообще, это, по-моему, мужская рубаха, если честно. Silver Tap, да? Переведи. Да. Silver, серебряный тэп. Серебряная этикетка, короче. Так, стоило $30, сейчас 18. 18. Размер большой, хороший. Так, вы знаете, тоже дочка померила. Вот я бы вот такую тоже купила. Вот, ну, типа такой чисто американский стиль. Рукава тоже можно засучить. И цвет такой милитари или... Хаки его, да, что зовут? Вот цвет, да. Вот цвет, правильно. Стиль нет. Стиль нет. Обыкновенная рубашка, как бы, но цвет. И получается, что все в такой зеленой, такой болотной гамме. 50 ну... оттенков зеленого, короче. Да, о, точно. Не серого, а зеленого. А зеленого. Ну, в общем, хорошая рубашечка. Такой плотный лен, хлопок. Прям плотный. Ну, сейчас летом жарко, но вот сейчас ближе к осени одеть, а что за фирма тут? Silver Tap. Нет, а вот тут еще что-то. Просто какой-то рисунок. Да, ну, не там нет букв. Да, ничего нет там. Ладно, давай дальше, солнышко. Шарфи. Так, ну, мама не устояла. У нас 1500 шарфиков, и вот она купила, он был 12, сейчас 8. Ну, такое вот. Почему очень... там 17 написано? Или я просто неправильно вижу? Ну, сейчас он был 12, сейчас 7,99, 8 сейчас. Ну, приятный такой шарфик, цвет. Сейчас. Моё любимое дело сейчас будет. Превращаемся в Бабу Клару. Ты Баба Клара.
Семечки есть? Маврикина и это, Авдотья Никитична. Нет, ну шарфик хороший, приятный. Такой. Мне, может, он и не пойдет цвет. А может и пойдет. Малиновый такой приятный. Ну, приятный. На ощупь приятный. Такой, знаете, шелковистый какой-то хлопок. Ну вот, это очередная радость. Вот эта вот сумка, я ее даже не видела. Она мне ничего про нее не сказала. Ну-ка, покажи. Хорошая сумочка. Только я не очень люблю вот такие типа стили сумки. Я люблю через плечо. И сколько она стоит, она не знает. Студию. Так, что за сумочка? Сумочка... На пояс. На пояс, да. Поясная сумочка. Зачем? Ну, что? Красивая, наверное, не очень люблю. Ну, это знаете для чего? Это, скорее всего, стоит она недорого. Она купила, вот она на велике же постоянно катается. А, на мотоцикле. И почему она купила? Потому что у нее вот такая дорогая розовая кожаная поясная, но она ее как-то вот так одевает. Угу. Это не совсем удобно. Скорее всего, угу, она для этого купила, для поездок на, да, на байке и для поездок. Сколько стоит, ребят, не знаю. Цвет и цвет мне очень нравится такой. Цвет? Блин, как, я знаю, как на английском называется, но как на русском. Как? Navy blue. То есть это серебристо такой темно-синий, да, такой, но не серебристый. Да. Кто шарит за английский, вы поняли. Кто шарит? Вы шарите? Шарить? Я не шарю. Блю я знаю. Блю. Так. Пума. Очередная, короче. Очередное. Как его? Худи. Худи. Худи Пума. Так, что это Пума стоит? Фирма Puma изначально $55. $55. Потом она стоила 41. И еще раз оценка 20. Ну, хорошая разница 55 и 20. И знаете, хлопочек и внутри вот такой вот приятный. А карман, а кармана нет, да? Нет, есть карман. Все. Карман, капюшончик. Ну вот, Софочка, тебе как раз в школу пойдет. Я не очень такой люблю. Почему? А, цвет? Цвет черный я обожаю, конечно. Ну, банальный какой-то. Пума банальная, понимаете? Вот банальная пума. Ну что за банальная? Вот Симпсоны, они не банальные. Я в школу ее не ношу. Ну ты что носишь? У тебя кто-то какие-то... А, или это ушастые, это кто? Стич. Стич. Это не банально. Стич. Ну ладно. Видите, молодежь. Давай. Это что? Это мамочка купила себе очередное. Платье. Какое платье? А-а-а. Любимый вариантик. Вариантик. А это уже мне нравится. Я ее прошлый топ, который она купила, я его сейчас ношу. Вот смотрите. Она купила так. Я, говорит, мечтаю пришить к черной юбке. Я мечтаю такие... просто так одеть. Да. И вот эти вот рукава, она померила, смотрится хорошо. Вот эти вот цыганские, мексиканские. Какие это рукава? А, рукава... Самое главное, плечи спускаются. Итальянские. Это любимый вариант Рада. И мой тоже. Так, она стоила $19 здесь в Росе, а потом она стала 13. Вот это 13. Ну, материал такой тоненький. Сетчатый. Такой, ну, синтетика, честно. Синтетика, но он тонкий, продуваемый, поэтому, знаете, на лето будет хорошо. И такой не сильно яркий. И, ну, вот такая штучка. 10 из 10. Здесь, о, для тебя, да. Вот видишь, что-то тебе все-таки нравится, да? Так. У меня сидя была там, я тебя прибрала. Очередная джинсовая курточка. Рубашка. Курточка. Нет, она по плотности Calvin Klein. Это... Да? Да. Calvin Klein. Вот он. Calvin Klein джинс. LG. Но знаете, что мне не понравилось? Во-первых, она стоила, ее родная цена, $80. 80? 80. Потом, нет, ну не 80, потом она в Росе 48, и последняя цена $30. Ну честно, честно. Конечно, я бы не купила за 30. Да, а Рада тоже говорит, что-то она мне уже разонравилась из-за того, что что-то дороговато. Конечно, качество...
обалденное качество. Можно я сказать? Скажи. Ну, мне напоминает, блин. Пижама. Юнга на палубе. А? Юнга на палубе. Нет, у Юнги вот так по-русски, вот как у меня. Ну да, но все равно, ну так как пижама. Нет, ну вот она, видишь, голубой джинс, она летняя. Ну, плотный материал, конечно, кнопочки. Нет, конечно, здесь офигительные. Она офигенная, но мне лично дизайн не очень нравится. Офигенная, простая рубашка, офигенная. Но мне кажется, что-то $30. Не знаю, как вы думаете, дорого это? Мне кажется, дорого. Ну, если тебе там 13-16, там, то... Это пролезь. Ну, Кельвин Кляйн, на скорее всего... Нет, качество отличное, качество отличное. Плотный джинс, опять же, на лето это жарко. Получается, что осень. На весну и на осень. На раннюю осень и на позднюю весну. Вот так, когда вечера прохладные, дни еще бывают прохладные. Ну, не знаю, может быть, это еще и обратно с нас. Кирпичные носочки. Так. Рибок. Носочки Рибок. Я говорю, да ты куда носки ты берешь? У тебя уже носок миллион. Здесь получается 6 пар. $8 стоит. $8. А, знаете, она говорит, что, во-первых, они повыше чуть-чуть. Это раз. И, во-вторых, они тонкие. Именно более такой летний вариантик. Если на ногу одеваешь, они светятся. Я так подумала, да-да-да, я такие люблю. Вот, у меня еще одни покупала. Вот, знаете, снизу вот там как бы махра, а сверху вот такие тоненькие. Очень удобные. Нравятся мне такие носочки. Вот, в общем, 8 пар. Ой, 6 пар, $8. 10 из 10. Ну да. Вот с кроссовками ей ездить на фотосессии, на съемки. Она в основном одевает все черное. Ну, работа. Так. Вещи закончились. Вещи окончились. Я уже знаю, почему для этого. Молочник? Для кого-то. Нет, это вообще для молока. Смотрите, оригинально как сделано. Как будто пачка молока. Ну, открываешь. Ну, Рада, наверное, понравился дизайн. Ну, в принципе, мне тоже. Ну, можно брать, ну, можно. Не очень. Знаешь, сколько стоит? 49 центов. Nice. То есть $0.5. За $0.5 можно брать. И знаете, мне что еще нравится? Он стоил, ну, он $3 тут, росовская цена, но он уже 10 раз уценялся. Я говорю, а что ты не взяла 2 таких? А она говорит, мама, он стоял один. Сделан вот пакет молока, как будто открытый, ну типа, прикольно. И картонная чистота, и открыто. Да, да. Круто, вот круто. Раз молочка, мне нравится. Ну, для меня так... это вообще 1 010 000. Нет, хорошая вещь. Что? Что ты так кричишь? Придумала. Можно всегда, ну, типа, какие-то сухоцветы поставить. Ну, красиво. Ну, по-моему. Ну, оно, может, и красиво. Ну, знаешь, мы другое на нем применение. Да. Так, вот такая штукенция. Ей убить можно, она тяжелая. Да, это сделано из камня. Керамик. Нет, забыла. Я не знаю, вот это мрамор. Каменюка, да. Каменюка, натуральный продукт, понимаешь, тут написано. Натуральный, стоит $4. А, стоило там по оценке 6, оригинальная цена 6, купили за 4. Это вот подставка подложки. Но с деревом Рада немножечко... помешана на дереве. И вот она вторая. Да, вторая. Она не такая тяжелая, как это. Да, потому что здесь дерево чуть больше. Это тяжелее. В комплектик. Вот. Нет, вот это можно, видите, как. Это можно и подложки, можно подать, ну, например, смотри, сюда... Сырок. Сырок. Крекеры. Да, что, два пироженка поставить, ну что-то, два круассанчика, к примеру. Можно так использовать. Пожалуйста, вот, не вот похоже даже как-то на рыбку, а можно подложки. А что написано, для чего? Фигу знает, да? Нет, ну, Рада ее брала как подложки. Короче, вот это прикольно, $4, ну хорошее, качественное. В Хонгутсе могла бы такая стоить где-то 10, может 15. Да, в Хунгутсе будет дороже, потому что, ну, в Хунгутсе-то без скидки. Ну, так, да. Дальше попёр-бобёр. Вот так. Такая для салфеток, то в том же самом силе. Бабан. Да, вот это вот мне понравилось. Она очень тяжелая, каменная, $7 стоит, кстати.
Ну, знаете, у нас есть салфетница железная, да? А ту салфетницу железную мы к себе в кабинет, в шед мы сделали. Зачем? Салфетки ставить. Или у нас полотенце? Ну да. Нам надо под полотенце. В общем, вот такая под салфетки у нас всегда стоит на столе, очень устойчивая. Кстати, у тебя не будет никогда падать телефон. Да. Да. Вот так. Я просто, когда я с сестрой разговариваю, троюродной, я вот так, еще я ем. Короче, я такая, вот. Да, да. У меня постоянно падает. Падает. И тут у нас металлический, красивый, но он как бы дырявый. А это... Нет. Он хотя тот тяжелый. В общем, вот такая штучка. Так, это... Снимаю шляпу, Лева. Это Рада купила себе, видимо, плавать. Она не плавает почти. Она стоила $28. Из соломки. Это компания ОП. Угадай, сколько сейчас? А, 5, наверное. 7. Тоже дорого. $28. А сейчас она стоит 7. Да. Я бы... Потом она стоила 16, сейчас 7. Я бы ее сейчас... Ну, я, честно, бы не купила. Нет, это чисто на пляж. Мы каждую неделю ездим на пляж. Ну не каждую неделю. Почти каждую неделю. Мы каждую неделю ездим. Ну раз в неделю. Вот чаще мы не ездим, к сожалению. Но каждую неделю один раз выбираемся. То в понедельник, то там в субботу. Ну когда как. Когда свободна мама. Да, когда у нее нет съемок, тогда... Честно, я бы такую не купила, потому что у меня темные волосы темные. И тут, ну, меня будет греть. Я буду шкет. Нет, ну это знаешь, вот, вот она сюда сделала хвост, вот сюда вот эту дулю делаешь свою. Так, я дулю делаю сюда. Не сюда. Ну, нет, ты можешь сделать сюда и вот это одеваться, она тогда смотрится лучше. Компания ОП. ОП. Сделана с какой-то соломки, и, короче, длина регулируется. Я такую покупала, ну, типа такой, у меня же, помнишь, такая коричневая есть. Ага. В Алма-Ате, ну что-то, ну, $2 когда-то на браху. У меня это есть значит, такая, где-то на 800 тенге? Давай дальше. А, так, вот, вот, это купила... Мама. Мама купила стаканчики. Тоже они со скидкой. $5. Были 7, сейчас 5. Да, потому что кто-то разбил случайно парочку. Стандарт. Размер стандарт, 300 грамм, мой любимый вариант. Они, кстати, пьют больше. У них начинается стандарт... Пол-литра. 300 это минимальный, ну, у них 2-3 бокальчика есть. Остальное пол-литра, там чуть ли до ведра доходит. Для меня много. Я люблю, может быть, я напиваюсь двумя, но мне надо, чтобы вот выпил какой-то перерывчик. Я еще себе кофейку наложу. Мне очень понравились, $5 я прям одобрила. Я одобрила. Хотя стаканов вот некуда не вываливаться. Надо сейчас себе. У нас еще была коробка в подвале, но она упала и разбилась. Да, я ее упаковывала. Там была целая коробка стаканов. Стаканы берут всегда, потому что кто-то дарит на праздники друг другу. И, ну, сувениры. Да, получается, что... Ну, вот это мы пользуемся. Вот у нас еще такие стеклянные большие есть. Но уже, я смотрю, там края вкололись. Вот прям вот и выбросить жалко, они на ножки как бы. И получается... Ну, вот это хорошее. Дальше давай, что, дочка? Так это мамина. Это мамина. Фалас. Духи давай? Нет, вот. А, ну давай. У нас мы по кухне идем. Смотрите, вот это мне вещь понравилась. Что это такое вообще? Это дуршлаг для овощей. Его можно в посудомойке. Самое главное, качество супер. Качество супер. Мне бы вот такой не дуршлаг, а мне бы ковш поливать рассаду. Смотрите, фокус. Опа! И вот так вот ставишь вот на нашу мойку. Хватит? Хватит. А, или ты вот так? Вот так, поперек. А. Не вот так, а вот так ты на мойку ставишь. Да. То есть ты, она... Ну, не касается дна. И ты тут помыл овощи, фрукты, она они не тут... касается нашей посуды. Ну, не всегда. Ну, в общем, вот эта штука мне понравилась. Это понравилось.
ну, стоит 6 баксолей. Баксолей 6. Вы знаете, пластик здесь очень дорогой. Очень дорогой пластик. И даже вот если в какой магазин зайдешь, пластик стоит дороже, чем стекло. О, а где второй? Сейчас принесу. Короче, вот это нужная вещь. Молоток у нас их. Это третий уже. Три. Вот у нас один есть, вот такой. Вот это что? Да, да, да. Гвоздодер, вот гвоздодер, молоточек, молоточек. Вот. Что качество такое? Супер. $5 стоит. 5. Я говорю, вот это молодец. Угадай, сколько вот это стоит? Тоже 5. Да. Я знаю. И вот этот малюсенький. Вот гвоздичек, где же стены деревянные какие-то. Стальной и гвоздодерчик. И удобная. И ручка такая пористая, как бы вот здесь вообще. Ну, и вот у нас вот чуть больше вот этого есть. Вот это нужная вещь. Ну, сами понимаете, в доме живем. Нам надо, это третий. А, вот это вообще штукенция. Отличная штукенция. Стоило 18, сейчас стоит 12. Смотрите, во-первых, одевается как рюкзак, несется как сумка. Сумочком. Да, вот это сумку как... Дизель. Да, вот здесь вот можно бутылочку воды поставить или пакетик чипсиков. Багарди, багарди. Чисто. Сумку дизель забираем. Вообще, это, друзья, это пляжный матрасик. Он обалденный. Это... Обалденный. Во-первых, смотрите, вот складывается, да? Угу. У нас есть, ну, большего огромный размера. И большего размера получается, ну, он не всегда нужен. И мы там берем тележку, это покороче. Вот можно раз, даже если ты без тележки идешь, то на плечи одел ее, как рюкзачок, да? Да, но все остальное, что мне всем нужна. Ну да, нужна, если, ну, если мы, смотря на какой пляж. Смотрите, приятный цвет. Раз. Раскрывается. Сейчас я вам покажу. Опа! С рыбками. Вот прямо здесь. На пляж. Балонька такая. Я так поняла, это все непромокаемое. И здесь такое скользкенькое. То есть лежать на ней приятно так. Стряхнул. Все это, песок здесь не задержится. В общем, короче, вещь очень-очень нужная. Я вот рада, что она купила. И цена... Ты рада, что Рада купила? $6. Ну, 5,99, 6. Ну, 6 это нормально, согласитесь. $6. Да, это... Ну, знаете как? Если там судить по нашим алма-атинским меркам, ну нет, все равно качество обалденное, и это недорого, это очень. Но я вот часто сравниваю цены с Алматой, да, с Алматой я сравниваю. Ой, вроде как посчитаешь, ой, дорого. Но по американским-то ценам нет, у них другие зарплаты, поэтому, как она там складывается, вот так. Да. Я хочу сделать такие. Кого? Сейчас, подожди. Сейчас я сверну. Так, вот смотрите, вот все, раз и все. На пляже полежал, свернул, домой пришел, там просушил. Очень удобно. Самое главное, что она одевается как рюкзачок, но регулируется она тут раз. И пошел. Так, это мы сюда. Дальше, давай. Вот такие духи. Juicy Couture. Обожаю этот бренд, особенно духи. Ну ты вот так не крути, вот так. Ну вот. Люди должны поближе, чтобы они вот разглядели. Вот, ребята. Окей. Оригинальную, не знаю. 20. А сейчас? 12. Ну, были 20-12. Вот она взяла, Juicy Couture. Обожаю бренд. Мы его, их еще, честно сказать, не нюхали. А вторые мы уже нюхали. Давай. Кстати, про вторые. Цена больше 20. Hugo Boss, да, я знаю. Вот, ну, больше 20, короче. Сколько? $40 оригинальный. А сейчас 25. Угу. Показывай. Ну, кстати, запах обалденный. Hugo Boss.
офигенный, да, даже мне понравился. Но я честно скажу. Волосы сказать, вредно. Не вредно. Вредно, они высыхают быстрее. Я тебя умоляю. Кому-то у меня уже это все высохшее, как мочалка. Так, Hugo Boss. Но покупать я их не буду. Очень мне они нравятся, но покупать почему не буду? Потому что... Дорого. Нет, недорого. Потому что у меня духов много. Я не знаю, куда их девать. Ну вот, их ты много. Ты тем же пользуешься. Но, да. И мне их еще, знаете, лет на цать хватит. Поэтому, ну ладно, вы молодые. У вас еще, как говорится, вся жизнь впереди. А у меня их сколько? Мне Рада поотдавала, уехала с Алматы. Я прям жажду вот это открыть и понюхать. Я потом вам спрошу, можно открыть или... Так, что-то. Сколько, значит, вот этих Hugo стоит? Сейчас? Да. 25. 25, а стоили 40? 40. Ой. А, вот эти. Сколько мама уже купила? Ой, у нас их миллион. Угу. На каждый праздник. О, у нас на Хэллоуина нет. Вот только на Хэллоуина. Смотрите, вот это подставки. Их 6 штук. Под еду. Под еду, да. Ну, у нее на кухне деревянный стол. Мы сюда ложим. Но мы ложим квадратные. Этот раз у нас на День Америки были с американским флагом тоже. Они, знаете, выполнены как из шнура зигзагом. Я не знаю, как они там шьются. Типа связаны. Нет, они не связаны. Нет, они... смотри, вот будто связаны. Они на машинке соскручены зигзагом. Конечно. Из шнура. Стоили 18, сейчас 10. Ну, хорошее качество. Вот видишь, как оно раз. Вот так вот, как они две шили. Вот это сначала вот это, наверное, шили, а потом вот эту веревку еще. Вот. Мы кушаем часто на веранде. Мы любители покушать на веранде. Вот таких 6 штучек подставочек. Ну, я считаю, $10 недорого. Если будешь сам делать, можно было бы, конечно, самой мастерить. Но вы представьте, $10. Тут шнура уйдет на 20, если сам будешь мастерить. Еще надо шить, и еще у тебя получится, не получится. А это получается без заморочек. Великий победитель огня. Это она... Я не поняла, что я сказала, но вот, короче. Это подставка, подсвечник. Вот он. Подсвечник. Можно и побольше поставить. Вот. Стоит она $6.50. Была 9, сейчас 6.5. Натуральное дерево. Вырезано, наверное, Индия, да? Made in India, скорее всего. Вот. Но у нас тут деревянного много. У нас тут и Будды, и... Боже мой, вы видите вот, эту комнату? Вот, видите, и столы, это все Индия. И столики, и разносы, и много-много очень дерева. Дерево все мы любим. Особенно Рада. Это больше мой настоящий на нем. Угу. Ну все, давай. Вот такая подставка. А, вот это низ. Вот такая подставка. Натуральное дерево. А тут еще что-то должно быть. Наверное, ему отвалилось или нет? Где? Или было приклеено что-то? А может, какая этикетка была? Вот. Ну, вроде на вот... Индия, да. Индия, Карасония. Индия была. Так, ладно, давай дальше. Вот это купили штучка. Мне. Это сказали, мама, это тебе. Это для чего тебе? Ну, это цветочник. Понял. Раз цветочек, два цветочек. Три цветочек. Три цветочек, ну, дорого. $20. Слушай, на маркетплейсе... Можно ее купить за два. Нет, ну, за два не купишь. Ну, за 10 можно купить гораздо лучше. Но то, что это новое, на маркетплейсе будет БУ. Но у нас проблема цветов теперь море-приморье. И вот выставлять сейчас буду этажами, например, как их, кротончик можно поставить. Я не понимаю. Алоечек можно поставить, ой, что-то такое поставить. Вот здесь можно что-то слегка свисающее, это, вербейник монетчатый, чтобы там свисал, например. Ну, в общем, подставочку такую взяли, 20 баллов. 20 бак. Так, вот это не урони, оно приподнимись. Так. Она разъемная, давай. Короче, купили вот такую полку, ребят. Сейчас мы ее вам покажем. А у меня вопрос, вот видишь, вот это, она не может типа сложиться вот эта? Нет, она не сложится, потому что это разборка. А, понял. Крышка съемная, она не сложится.
Вот смотрите, вот такая вот полка. Вот она. Дерево. Тоже она вся деревянная. Вот эти, видите, отдельно вот так. Она вот так сжимается. Если надо, ее можно сложить, поставить, она будет более маленькая такая. Вот, специально взяли обувь. Да, обувь вот поставим в блендере. Мы уже там освободили место. Потому что вот приходим, сланцы, кроссовки с пляжа, там обуви тьма. Вот вариант, ребят, поняли, да? Вот такой вариант. Вот она. А стоит она, не халам-балам, $20. Кстати, если был бы этот мешок, я бы уже тоже бы использовала для парничка. Но выбрасываем. Это выбрасываем. Так, вот это еще можем использовать, нам понадобится для поделок. Так, все это у нас. И барабанная дробь. Последняя покупка. По-моему, самое главное, наверное, для мамы. Коверчик в ее комнате. Так, подожди. Ну-ка, доченька, вот эту убери. Вот тоже все это, всякие подстилочки. Смотрите, я сейчас вам покажу. Так. Вот такой ковер. Ну, коврик, как паласик. В спальню она купила. Хлопковый. Его можно стирать. Единственный недостаток, он будет кататься. Ой, я хотела тебе сказать, окно открыть, а мы не открыли. Оригинальная цена $60, а сейчас 45. Нет, это, по-моему, не оригинальная цена. 60, да, оригинальная. Я посмотрела. Оригинальная цена... где 6? А, сейчас $31. Но это была еще одна оценка. Вот последняя цена $31. Понял. За $31 нормально. Ну, такое, ну, представляете, это же хлопок тут, велюр какой-то тут, как нитки. Тяжелый. Вот такой вот ковер. Ковер нам понравился. Ну вот, сделали вам обзор, то, что купили. Так, я не знаю, может быть, только одна рубашка вернется в магазин. Может быть. А может быть, и не вернется. Так что... Друзья, вот такой коверчик. Ну что, на этом прощаемся с вами. Спасибо, что посмотрели нас. Понравилось, не понравилось. Можете написать комментарии, какие были покупки. Вашими любимыми. Нет, какие вам понравились, какие бы вы не купили. Дорого это или недорого. Мне понравились молотки. И если вы любите поки или хотите попробовать, или попробовали, ну, напишите, понравилось или нет. Ну, а что, как они поймут, понравилось оно им или нет, если они не могут попробовать? Ну, идут в магазин. Где? Ну, кто-то, если может быть, в России живет. Это если кто-то живет в Америке. А возможно, если... в России может есть Магните или Дикси. А в Казахстане... В Казахстане я такого не видела. Казахстане... Ну, друзья, на этом все. От меня, да. И Софочки. И пока-пока.